Депутаты учли поступление из вышестоящих бюджетов. За счет этого городская казна на следующий год пополняется на 80 миллионов рублей. Перераспределяют народные избранники и деньги районных бюджетов. Каждый из них увеличился в среднем на 1 300 000 рублей. Это дает возможность уже с первых дней 2016 года внутригородским районам городского округа Самары эффективно исполнять все свои обязательства в новых условиях, в условиях, когда им переданы многие функции дополнительно. Эти деньги потратят на исполнение наказов избирателей. Куда их направить, решение примут на районном уровне, в советах и администрации. Эти бюджеты будут пополняться за счет сбора налогов, земельного и на имущество физлиц. Городская администрация, понимая, что сразу это не произойдет, поэтому выделены иные внебюджетные трансферты, которые будут направлены на поддержание реформы органов местного самоуправления. Депутаты определяют и состав общественного совета при Гордуме. В него вошли представители 45 некоммерческих организаций. Он образован в целях осуществления взаимодействия Думы и негосударственных, и некоммерческих организаций. Общественный совет – постоянно действующий орган. Он будет работать тот же срок, что и городская дума. Марина Матвеевична, Максим Гусев. События.